С нами Елисян Арсен. Арсен, ну, обидное крупное поражение. Да, ну, почти немного не повезло, там хорошо играли, там несколько моментов не забили. Ну, соперники отскочили по сильному там. Там нападающие повезло. Ни о чем, да, повезло, чисто просто. Риханов или? Да, Риханов, вообще. Ну, да, слабенький, согласен, да, ему везло сегодня много. Ну, а если отбросить шутки, что случилось сегодня? Ну, таких крупных поражений, я думаю, у вас еще не было. Просто после 6-0, там уже смысла не было. Вы бросили играть, да? То есть, ну, это было заметно, да, что в какой-то момент после вы уже батареи меняли, батареи у вас в поле выбегали и... Там радуга, не радуга. Ну, как что-то менять планируете? Такая тяжелая у вас сейчас серия. В принципе, ну, после честно, победы над Летом мы вас... планируем уже, ну, так как людей не хватает, наверное, отзаявимся. Будете что... отзаявляться, не будете доигрывать? Наверное, даже да, сезон? Да. Других решений? Сейчас же сезон до заявок, может быть, можно кого-то дозаявить? Нет, вообще никак. Вообще многие уходят в другие команды. Переманивают ваших футболистов? Да, вот. А так выиграли бы вообще турнир. Просто чуть-чуть не повезло вам, да, что другие команды нечестно с вами борьбу и забирают лучших игроков себе. Только принципиальные фанаты Хаджиме остаются с вами, да? Ну, ладно. Запомнились чем-то. Да, Арсен, ждем вас на следующих интервью.